Всем привет, дорогие друзья! Итак, мы находимся в замке Морн, и сейчас мы с вами будем подниматься наверх. Сейчас, ну-ка, давайте потянем за рычаг, посмотрим, что тут у нас есть, какие варианты подъема, спуска, подъема. Вообще, там нас наверху убили уже. И не один раз. Локация такая довольно-таки нешуточная. Ну, вроде бы там такие необычные мобы. Но эти мобы, если нападают скопом, то шансов остается очень мало. Поэтому надо вызывать помощников в некоторых моментах, чтобы они все-таки хоть как-то да помогали. Так, ладно. Давай начнем вот с этого. Так, опа. Хорошо. Нормально. Кровь монстра. Еще есть что-нибудь? Еще нет. Ну, любимое занятие, да? Это что-то, ты откуда упал? Вы откуда взялись-то? Вы откуда взялись-то, ребята? Оттуда, что ли, сверху? Ладно. Что надо вызывать подмогу. Без подмоги здесь не обойтись. Где он там? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ни хрена себе. Так, не так все просто, да? Как кажется. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Надо по одному как-то их вытаскивать оттуда. Потому что если они побегут скопом, нам просто не справиться. А лука нет. Ни одного. Вот как я так? А? Как я так оплошал? Так, а что у нас есть? Ну-ка давай глянем. Что у нас есть? Какие-нибудь кукри, фигукри. Что есть-то? Так, ну-ка давай сделаем, если это возможно. Так, тонкие звериные кости можно добыть во время охоты на зверей. Так, дротик. Давай сделаем. Хватит. Сейчас установим на панельку и будем по одному их пулять, что важно для нас, да? Ну-ка давай вот с этого начнем. Опа. Так, один есть. Второго давай. Вот этого вызовем для начала.
Иди сюда. Блин, далеко туда не ходи, тупица. Все же побегут сейчас сюда. Так, хорошо. Ладно. Вот этого сейчас давай. Даже не знаю, слушай. Давай рискнем что. Хорошо, молодец. Так. Замечательно просто. Сейчас вот это вот давай. Далеко бросает. Далеко, 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 далеко. Молодец. Так, еще. Главное вот того не разбудить. Так, ну давай вот так вот подальше. Опа! Хорошо, ладно. Ага, убили. Молодцы. Так. А этот главарь у них спит, что ли, на ходу? Хорошо, что он спит. Да ты чё, если бы они все побежали, мы бы тут, не знаю, как бы отбивались. Так. Там он один остался. Твою мать. Ха-ха. Ладно, хорошо, чудесно. Хоть одна тварь еще есть где-то? Не вижу. Остались только эти. Этот самый главный остался. Так, вот и все. А в прошлый раз я такой ринулся с топором на одного и получил сразу. Таких люлей получил, что до сих пор вспоминаю. Огненная смазка. А это что, типа, можно... Показалась лестница вначале, а оно не лестница вовсе. Так, ну что, бил, и в итоге так, ну-ка пойдем глянем, что там. Тоже какой-то участок. Ага, и вход там есть. С этим мы успеем разобраться.
сейчас нарвемся, а? Пока никого не вижу. Так, сундук. Наверное, где-то внизу. Наверное, где-то внизу стоят. Так, спуск. Подозрительно, даже никого нет. Серьезно? Клеймор. Ну-ка глянем сразу клейморчик. Меч, двуручник, клеймор. Ну, пока не подходит. Но уже такое оружие серьезное. Что, пойдем на того? Сходим. Потом пойдем дальше. Там как бы просто что? Какой-то ров или что там? Да нет, там тоже какая-то... Ну что делаю там? Друганы, вы где? Пропали, да? И вызвать я их не могу. Никак. Хотя надо бы. Кузнечный камень. Ну, что ты там рубишь-то? Там наверху могут быть и где угодно могут быть, да? Так, лестница. Ну-ка пойдем глянем, что там есть наверху. Так, разбилась или нет? Бабка-ёшка разбилась? Надо же, какая резвая, а? Такая летит. Тут могут быть и катапульты сейчас. Все что угодно. Все что угодно может быть.
Вернулась, а? Так я и знал, а? Собачий потрох. Ну, катапульта я не вижу. Ой-ой-ой-ой. А как же с этими-то бороться? Шибко страшные пока. По сравнению с черепахами-то, которые ходили там. Помню я черепах, помню. Атакуй! Никого не вижу страшных, ужасных монстров. Так, вот лестница тоже. Пойдем, сходим. А, ну давай здесь вначале. Там тоже проходы всякие. Сюда лестница, туда лестница. Вот и костерок. Так, ну-ка на карте глянем. Давай. Чё? Сохранимся. Так, повысить уровень, это, конечно, нереально здесь пока. И как отсюда? Куда-то. А, вот куда это надо. Ага. Забавно. Какое-то отдельное секретное место, да? В которое ты попадаешь. Боже. Без коня не обойтись. И как тут перепрыгивать? Подожди. Разбиться можно нахер. Ну-ка давай. Ой. Блин, куда я попал? Куда я попал? Ведь главное, я даже здоровье не потерял. И это уже хорошо. Слушай. Там что?
Ох, убьют. Убьют. Ну-ка, подожди. А если мы так пойдем по стелсу, заметят нас, нет? Здравствуйте. Хорошо. Ах ты твою мать, а! Отпусти, мерзкая тварь. А, она уже боится, сейчас я вспомнил, боится огня очень сильно. Это точно боится. Где у меня факел? Я вообще покупал его? По-моему, нет. Вот это плохо я сделал, да? Прошу, помоги мне. Я благородных кровей. Если эти мерзкие полукровки съедят меня, я буду проклят навеки. Пожалуйста, что угодно, только не этот позор. Повторяет одно и то же, да? Ну-ка. Эти уползли. Если потихонечку так пройдемся, тук-тук-тук-тук-тук. Спишь и спи. Отдыхай. Спишь и спи, отдыхай. Ого! Тут ударчик. Без труда. Не вытащишь рыбку из пруда. Не знаю, куда я иду, но интересно все здесь абсолютно. Абсолютно все интересно. Куда я попаду, хрен его знает. К боссу, если попаду, ой, будет весело. Сундук. Талисман парного клинка. Ладно.
Но вот эта слизь, она и не туда, и не сюда. Ни туда и ни сюда, вот честное слово. Только мешает. Тихонечко проходим. Спите, спите, детки. Детки в клетке. Так я не пойму. Как его отсюда высвободить-то? Кого-то из охранников убить, что ли, или что? Тоже ничего нет. Всех поубивал я здесь. Этого ничего нет. Там он еще что-то. Ну-ка, что здесь интересного есть? Может, это предмет? Нет, это не предмет. Слизь это. Железный тесак. В общем, надо огонь. Надо огонь. Тут высоко. О-хо-хо, ничего себе. Это не то слово высоко. Вообще высоко. Там две этих штуки. Куда же деваться-то? Ну, прыгнул. Ладно, что дальше? И... Туда, что ли? Окей. Поблекший золотой подсолнух. Подсолнух. Вот для чего он может пригодиться? Инвентарь. Подсолнух, ты где? Вот он. А. Для создания предметов тоже надо. Вот так вот. Ну, камешков у меня много. Призрачный ландыш есть. Могильный ландыш. Ну, не то чтобы много, но вот. 9 малых камней, я так понял. И средние камни. Эти всякие ключи. В общем, есть. Кое-что есть, да? Кое-что имеется в запасе. Так. Этого не позовешь. Ладно. Давай. Опа, спрыгнули. Что дальше? Кто-то убил кого-то. Мост вижу. Вижу мост. Платформа. Ну, там, видимо, босс какой-то.
какой-то босс. А там все как положено, по всем регалиям, да? Спрыги, спуски и так далее. Просто так не спуститься к этому мосту, а только вот так вот, да? Именно. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел заяц погулять. Вдруг охотник выбегает прямо мимо, что ли, я сейчас упаду. Давай вот так вот пройдем. Еще сюда так. Вот сейчас, по-моему, нормально. Помоги, Господи! А там меня ждут крысы. Бля. И ни хрен кого позовешь, да? И смерть будет. Осторожно, враг. Даже не знаю, куда лучше вот так вот подойти сюда. Твою мать! Так я и думала. Так я и думал. Вот сволочи, а. Так я и думал. Ну вот как с вами? Каким образом с вами можно? Так, я допрыгнул. Ты твою мать, а? What the fuck? Охренеть. Точно можно охренеть с вами. Замечательно. Прекрасно. Вот уж действительно, а. Вот самое, что ни на есть, веселье именно здесь и начинается, да? Давай, оп, попал. Там стена. Вот туда побежим сейчас. Ай! Твою мать! Ну, зараза, а. Фу.
И куда это я попал? Что-то место какое-то похожее. Я тут был уже, что? Этот спит, ему вообще похрену все. Кнут. Да. Еще один костер. Ну-ка на карте глянем. Ну, слушайте, тут костров как грязи просто со всех сторон. То туда, пожалуйста, вам, то сюда. Замок Морна, да? И название-то клевое такое вообще. Так, ну тут, я так понял, больше некуда идти, как только вот сюда. А там, скорее всего, в конце босс. Да? Вон тебе, пожалуйста. Вон тебе, пожалуйста, вон тебе. Все условия создали. Так, один лежит и второй тебе лежит, да? Этих не призовешь. Ну ладно. Хрен. Хрен попадешь, а, по ним. Короче, сейчас спрыгиваем. Подбираем все это наше, потому что... Ну как без этого всего? Я не знаю. Вот тут с моста спрыгнем сейчас. Надеюсь, у нас все получится. Надеюсь, мы не разобьемся. А? Как думаешь? Или разобьемся мы здесь? Да не должны. Вот и все тела. Ну уж насчет боссов не знаю. Пока, мне кажется, насчет босса не стоит даже соваться. Так. Только если оббежать. А. Тут еще пройти надо. Пройти надо. Что написано? Впереди слабый враг. Впереди требуется парировать. Впереди любовь. Узкий ты городовой. Не знаешь даже, то ли пойти, то ли вначале прокачаться, а потом только пойти.
нас порвут или нет. Даже не знаю. В замешательстве. Нам надо 4000. Пойдем посмотрим. Ни хрена себе, сказал я себе. Молодец. Ух ты, ни хрена себе слабый враг. Ну как? Если честно, вот до половины практически мы его это догнали. И верхом. А что, можно верхом? Серьезно? Получи! Вот это дали мы! Двуручник с гибридным клювом. Ух ты, круто! Какую нам штуковину дали клево. Не знаю, насколько серьезно этот босс, но первый раз у меня получилось, и это радует.